поставил и определить, значит, чтобы показать, что мы составляем единое культурное пространство. Мы частица греческой культуры. И я это вот нашел и по сказкам, и по песням, по балладам. Так. И, конечно же, ну, а танцевальная музыка, она сама за себя говорит. Там влад и ритм. И все это понятно. Теперь, значит, первое у нас будет Ленгичев Надя из Сатаны. Она исполняет Элею. Элею, если вы написали. Это первое произведение, которое известно, что было уже создано в Приазовье. Это написал Леонтий Фанахбей, эту песню. Он же и поэт, и создатель мелодии. Она очень популярна. Это уже в 1900 году примерно. О чем это? Это философская лирика, там это как о мире. С тех пор, как был создан мир, никто не прожил свою жизнь только в радости. И были войны, были напрасные смерти. Но я думаю, фильм немножко этот греческий послушал, но потом уже, пожалуйста. Вот начало.